Сегодня в Мирном произошел крупный пожар. Утром в алмазной столице вспыхнуло здание бывшего кинотеатра «Родина». Звонок на пульт диспетчера поступил в 11 часов 20 минут. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На тушение отправили 37 человек личного состава и 7 единиц техники. К 14:00 огонь удалось потушить. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади. Общая площадь пожара составила 599 квадратных метров. На данный момент предполагаемая причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливается.